Депутаты Рубцовска оригинально решили проблему декларационных нарушений. Они не приняли протест прокурора о неправильном отчете о доходах и не лишили мандатов 16 депутатов-нарушителей. Любопытно, что разбор ошибок проходил в закрытом режиме. Народные избранники проголосовали, чтобы заседание покинули все непричастные к делу. Кто за то, чтобы провести закрытую сессию и отстранить двух сотрудников аппарата? Василий Григорьевич Курганский, председатель Рубцовского городского совета депутатов, запретил мне присутствовать на последних двух рассматриваемых вопросах. Я считаю, что это нарушение статьи 29 закона Алтайского края о статусе депутата Алтайского краевого законодательного собрания и оставляю за собой право обратиться к прокурору Алтайского края. За закрытыми дверями депутаты разобрали нарушения каждого отдельно. При этом один из депутатов, Ирина Кох, добилась от прокуратуры исключения ее из списка допустивших просчет в декларации. В итоге рассматривали ошибки 15 народных избранников. По словам представителей горсовета, нарушениями были, например, не указанные счета до 2000 года или ветеранские пособия. В конце заседания их признали незначительными для лишения мандатов. Присутствовавшие подчеркнули, что прокурор отнесся нейтрально к отклонению его протеста и даже похвалил депутатов за сплоченность. Поставлена ли точка в этой истории, пока неизвестно. Тем временем в Бийске уже ведется 7 судебных разбирательств из-за нарушений декларации, а в Барнауле – 5.